Вот то же самое происходит сейчас. Вот сейчас вот это проигнорить, сейчас не обратить на это внимание, сказать, ну, ничего страшного. Завтра скажут про пророков, сравнят его с пророками, послезавтра сравнят его с Господом миров. От них-то... Кадыровские муллы, они стали теперь откровенно высказывать очень кощунственные вещи, которые раньше не позволили бы даже они. Это говорит о том, что они уже вот теряют вот эту грань и делают это очень быстро. Это происходит не плавно, это происходит очень быстро. Я сейчас покажу вам отрывок из проповеди пятничной одного кадыровского муллы. Его зовут Аслан Абдуллаев. Это будет небольшой отрывок, а потом я скажу, что расскажу, какая была предыстория, вообще о чем он говорил на этой проповеди. Пэмур асхабышка хилсэнна мэйрал юлш. Пэмур асхабышка хилдол сэнна буалат дэгниш долш. Пэмур асхабыш сэнна куанхи болш бол. Хилк ант лэхтавана огалич ва охмахка. Ерде хил хар бош. Вэй нохчу мот бийц хар бош. Вэй тэхе нохчу мот бийц хил хар бош. Вэй ламаз хил хар бош. Вэй дин хил хар бош. Исан чарих вархун Ахмад хаж виз сила улш дэла. Газота иза ойл, газота цун сюхе дахит наш бойл, вези сила уж дэл, дуни эхарт массери дэкал дойл вэл. Вот смотрите, в исламе это очень четкое определение, это знают все, никто с этим не спорит, что сравнивать сегодняшних, живущих сегодня людей, сравнивать их с пророками или со сподвижниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и да будет доволен всеми сподвижниками Аллаха, это запрещено. Ислам это очень сильно запрещает, порицает. Ты не можешь сказать, то есть что значит, что мы говорим о сравнении. Ты можешь сравнивать какие-то действия, говорить, что вот тот поступил так, как поступали сподвижники. Он взял пример с пророков или с нашего пророка, что с него взял пример и поступил так, как он. То есть это допустимое сравнение. Но ты не можешь сказать, он такой же, как пророк, мир ему и благословение Аллаха. Он такой же, как Абу-Бакр, Омар, Осман, Али или кто-то другой из благородных сподвижников, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ты не можешь это сказать. Именно поэтому в исламе существует запрет на съемки, допустим, кинофильмов, в которых какие-нибудь актеры играли бы роли сподвижников. Именно поэтому на территории мусульманских стран, большинства мусульманских стран, был запрещен этот фильм «Омар бин Аль-Хаттаб», который был, ну, недавно вы, наверное, видели, не фильм, а сериал. Он был запрещен в большинстве исламских стран, потому что там какие-то актеры играли роли сподвижников. И это категорический запрет. Даже играть роль сподвижника запрещено. А сказать, что кто-то из ныне живущих, каким бы хорошим человеком он ни был, даже вот очень хороший человек, богобоязненный, сказать, что он в своей богобоязненности подобен там, Омару бин Аль-Хаттабу, он такой же, как он. Ты не можешь это сказать, потому что никто не сравнится со сподвижниками. И на это есть очень много шариатских доводов. Есть высказывание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который говорил, что наилучшее поколение – это мое поколение, затем следующее, затем следующее. Также говорил, не пытайтесь соперничать с моими сподвижниками. Золото в размере там, горы Ухуд, которое пожертвует кто-то другой, не из числа сподвижников. Это на весах это будет меньше, чем там, финик, который пожертвовал сподвижник. То есть это отдельная категория людей, с которыми сравнивать никого нельзя. И вот вы представьте, совсем недавно это даже они понимали, и они этого не делали. Но сейчас он уже открыто, сидя перед Кадыровым, всей вот этой кадыровской элитой, открыто на многомиллионную аудиторию, он говорит, рассказывает о том, что этот город, он говорит, и эта республика, вот эта стабильность, которую мы типа имеем, а ее мы имеем благодаря ребятам, он имеет в виду кадыровских, там, полицейских, в общем, кадыровцев, которые полегли, были ранены, некоторые живы из них,
что типа это такие же, он говорит, люди, как сподвижники, с такими же, и это не просто он говорит, что их там сердца подобны, он не так говорит. У них, он говорит, такие же, то есть идентичные сердца, сердцам сподвижников. Они такие же благородные, как вот были сподвижники. И это и одним из них, он говорит, был Ахмад Кадыров. Это чисто для Кадырова, Рамзана, это слова, что тот такой, ага, все, молодец, упомянул, кого надо. Это вещи, которые совсем недавно они бы себе не позволили. Они такие вещи не говорили. Сегодня они уже открыто так говорят. А что будет далее? С кем, какой будет следующий шаг? С кем они сравнят Ахмата Кадырова? Сегодня они его открыто сравнили со сподвижниками. Завтра они точно так же открыто его сравнят, скажут, что он точно такой же, как и пророк. Его сердце ровно такое же, как и сердце пророка. Они это скажут, и вы можете сейчас подумать, что да нет, ну такого они не скажут. Но совсем недавно вы сказали бы то же самое и про сподвижников. Вы бы сказали, нет, ну про сподвижников они так не скажут. Они его сравнивали тогда с имамами сунны. И многие говорили, ну с имамами, ладно, там, ну со сподвижниками нет, они такого не скажут. Сегодня они говорят уже про сподвижников. Завтра они скажут про пророка, а послезавтра они могут сравнить его с самим Господом миров. И в этом не будет ничего удивительного. Так происходило всегда первое многобожие на этой земле. Оно тоже произошло не сразу. Это значит, сначала они просто воздвигли какие-то изваяния на могилах своих праведников. Затем для того, чтобы это напоминало им о них, о том, какими хорошими людьми они были, чтобы они тем самым себя сами исправляли. И так было изначально. Следующие поколения, они поступали именно так и не приобщали к Аллаху сотоварищей. Но пришел какой-то момент, когда кто-то один сначала взял и приобщил. И общество это проигнорило. А потом это стало уже правилом. Вот то же самое происходит сейчас. Вот сейчас вот это проигнорить, сейчас не обратить на это внимание, сказать, ну, ничего страшного, да. Завтра скажут про пророков, сравнят его с пророками, послезавтра сравнят его с Господом миров. От них-то, в принципе, ничего, то, что они это делают, ничего удивительного в этом нет. Это люди, от которых можно подобное ожидать. Но очень важно, чтобы мы с вами обращали на подобные вещи внимание, о них говорили и подобные вещи порицали.